второго ранга Руслан Гусейнов на территории подконтрольной противника. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся, и в их честь. Трижды ура! 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 Они должны услышать наше приветствие. Сегодня их поддерживает вся страна. Россия! Вчера очень было интересное выступление. Ага, вот, и было, как сказать, успокаиваешься, слушаешь президента, успокаиваешься, как-то он действует так вот, что все хорошо, что все будет замечательно, что мы на правильном пути, что все, ну как бы, мне кажется, народу это очень нужно сейчас, чтобы мы почувствовали вот эту вот поддержку, опору такого папы. Он для нас папа, для меня вот. Чтобы поддержать курс нашего президента, нашей страны, и я лично считаю, что мы идем правильным путем, и дальше нас ждут только победы, воссоединение Отечества. Послушать Газманова и посмотреть на Путина. Поддержать праздник, который будет в Лужниках. Да просто посмотреть, послушать музыку. Первый, самый ближайший, да.